терпение, внимание и понимание – основные принципы работы психиатра-нарколога. Такие специалисты в Самарской области на вес золота. Они не просто лечат людей с зависимостями, но и помогают им вернуться к нормальной жизни в обществе. Сейчас в наркодиспансере трудится 70 специалистов, 132 медсестры и 37 младших медицинских работников. За всю историю существования в медучреждении вылечили более 2 миллионов пациентов и провели 3 миллиона наркологических экспертиз. Ольга Белоножкина посвятила любимой работе 17 лет жизни. Она считает, что успех реабилитации пациентов во многом зависит от человеческих качеств специалиста. Наша хороша работа тем, что мы помогаем нашим пациентам своим милосердием, своей добротой, своей отзывчивостью. Мы помогаем им в такой жизненно трудной ситуации. По словам главврача Самарского наркологического диспансера, в области ежегодно открывают новые подразделения, пункты медицинского освидетельствования и пункты для размещения людей, которые не способны передвигаться без посторонней помощи. Все эти факторы способствуют снижению заболеваемости по региону. По всей области снизилась заболеваемость. Мы ушли с лидирующих мест по наркологической заболеваемости и среди ПФО, и среди Российской Федерации. И это большое достижение, я считаю, всего нашего коллектива. Процент ремиссии после обращения к специалисту в Самарской области выше среднего по стране. Около 90% больных проходят комплексное лечение и остаются на реабилитацию. Чтобы достичь таких результатов, врачам приходится работать не только с больными, но и с их родственниками. Пациент зачастую в самом начале заболевания считает, что он не болен. И поэтому самый большой вопрос, наверное, и перед нами, который стоит, и перед родственниками, это уговорить пациента на обращение за наркологической помощью. Поздравить коллег с профессиональным праздником приехала и заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сачинская. Лучших специалистов наградили грамотами и благодарственными письмами. Я поздравляю всех медицинских работников, всех сотрудников наркологического диспансера. И прежде всего желаю им здоровья, благополучия, терпения и продолжать трудиться. Ежегодно Самарский областной наркологический диспансер становится лауреатом и призером престижных медицинских конкурсов. В том числе лечебное учреждение отметили на конкурсе «Клиника года 2017» в номинации «Пропаганда здорового образа жизни и избавления от зависимости» и на всероссийском конкурсе «Успех и безопасность 2018». Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События.